Снова всем здравствуйте. Сегодня я хочу снять видео про то, как я копчу, кормлю свою семью копченой рыбкой. Вот копчу я рыбку сегодня. Вот как бы тут процесс уже пошел. Вот я немножечко открыла, проверить, как она себя там чувствует, готова ли нет. Одновременно у меня жарятся сосисочки. И вот у меня обычная кастрюлька. На дно кастрюли я положила щепку ольховую. Потом положила сеточку. Вот если видно, то там вот есть сеточка, такая решеточка. Закрыла крышкой. Кастрюля, конечно, такая, которая вам будет не жалко. Вот у меня такая. Вот у меня сейчас дожарятся сосиски. И я продолжу копчение. Просто достала проверить. И заодно покажу вам, как я это делаю. Рыбку заранее, конечно, я почистила, шелуху не снимала, посолила. И вот она у меня сутки солилась, можно меньше, достаточно часа два было, мы тоже коптили. Поймали, спустили кишки, помыли и посолили. И 20 минут у нас они лежали. Солились рыбки наши. И потом уже коптили. Вот я сейчас продолжу еще коптить, потому что не готова она еще, маловато. Так она получается тоже золотистая, потому что на дне там лежит щепка, ольховая стружка. Ну, щепка. Можно купить ее в магазине, можно просто ольховую веточку мелко-мелко накрошить, порубить топориком. Получится отличная щепка. Немножечко надо ее увлажнить, чтобы она не горела, отлела. Ну вот, всем приятного аппетита. До новых встреч на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.